Хочу тогда одну вашу цитату провести. Let's go. Вот ваше интервью по поводу того, сейчас найду, что бы вы поменяли в России. Да. И вы сказали... Путин. Я бы ебал чиновников, да. Сажал бы за коррупцию, да. Ужесточил бы наказание за коррупцию, да. Посадил бы на пожизненное. Я да. бы, блядь, устроил бы 37-й год. Охуенно. Говорите вы. В 37-м что с либералами делали, и не было проблем? То есть в этом, это я понимаю. Да. Ну вот все-таки... Вы можете подтвердить, что вы так считаете? Могли да бы конечно, так считаю. Вы мне приводили Китай в пример, а в Китае за коррупцию вообще смертная казнь чиновникам.